Укрепление общенационального единства всегда будет целью властей Казахстана. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, поздравляя граждан республики с Днем Республики. Этот праздник символизирует единение и общую историческую память. В годы репрессий страна приняла миллионы человек, и сегодня представители всех этносов могут поблагодарить друг друга за терпимость. Алена Грачева подробнее. Сегодня Роза Долгиева благодарит казахский народ за то, что спас ее семью 78 лет назад, когда их депортировали из родного села Далаково в Чечено-Ингушской СССР. Девушке было 14. Она запомнила все. Как им дали 30 минут на сборы, холодный вагон, паек один раз в день и трехнедельную дорогу по заснеженной казахской степи. Это моя мама, ваша прабабушка. Сейчас она говорит на чистом казахском языке, но учить пришлось с нуля. Впервые незнакомую речь Роза услышала в юрте, куда ее вместе с семьей доставили после депортации. В этом скромном жилище они провели 5 лет. Здесь их научили языку и культуре степного народа. Делились всем, даже скудным обедом. Иди сюда, садись, говорит, кушай. Тарелка стоит, жареная пшеница. Они берут его. Кладут в рот и водой запивают. Они и только нам успокаивали нас вот так. Мы их язык не знаем, они мой язык не знают. Вот так мы жили дружно, они приняли нас. В годы репрессий Казахстан принял 50 тысяч депортированных чеченцев и ингушей. В Казахстане сегодня отпраздновали День Благодарения. Прекрасный праздник, замечательный, добрый, все друг друга благодарят, все друг друга хвалят за то, что все были людьми в свое время, приняли переселенцев сталинских, репрессированные народы, чечено-ингушские и немецкие народы, и татары, и крымские, и греки, и так далее, и тому подобное. Но суть на самом деле праздника не в этом. Праздник этот является в первую очередь антисоветским. Это совершенно другой, совершенно противоположный взгляд на советскую историю. Противоположный для кого? Противоположный в первую очередь для Путина. Для тех, кто скучает по СССР. Для тех, для кого развал СССР является трагедией. Ведь не все чеченцы, не все ингуши остались в Казахстане. Большая часть уехали обратно к себе на малую родину. Я не думаю, что они неблагодарны казахскому народу. Я думаю, что они испытывают те же самые чувства благодарности. Но нынешняя политика Кремля, нынешнее настроение Путина не позволяет им сейчас поддержать наш праздник казахский. Они не могут из России провести там митинг, допустим, в Грозном и сказать спасибо казахскому народу, что позволили нам выжить. Тут недавно многие так бурно обсуждали то, что Кадыров-младший критиковал Сталина, мол, вот он назвал Сталина негодяем, молодец Кадыров-младший. Но давайте вспомним, кто такой Кадыров-старший, его отец. Его отец родился в Караганде, когда его семью выслали в Казахстан. В этих тяжелых условиях, когда казахский народ поддержал чеченцев и ингушей, появился на свет вот такой вот политически видный деятель Кадыров-старший, который сыграл очень положительную роль в судьбе своего народа. И я почему-то сегодня не слышал ни одного слова благодарности от Кадырова-младшего, верного пехотинца Путина. Этот верный пехотинец Путина не организовал ни одного мероприятия сейчас, сегодня в Грозном, которое было бы приурочено к нашему казахстанскому празднику. Мизинцем не поддержал чеченскую диаспору казахстанскую своими действиями. И это должно нам в очередной раз напоминать, насколько разные политические взгляды нынешние у казахов и у москалей. Я специально так говорю «москалей», потому что я не думаю, что весь русский народ разделяет кремлевскую политику. Те люди, которые пытаются сорвать такой прекрасный антироссийский праздник, как День Благодарения в Казахстане, эти так называемые облизоиды, которые повсеместно бегают и пытаются организовать эти беспорядки под непонятными лозунгами, они, безусловно, как всегда, не понимают, что на самом деле важно, а что нет. Да, московским кураторам Облязова очень не нравятся такие праздники, как День Благодарения. Безусловно, не нравятся. Безусловно, на такие праздники, как День Независимости, День Благодарения, вот возбуждаются вот эти вот адепты кремлевской секты под названием Облязов.
Еще раз хочу поздравить всех казахстанцев с этим прекрасным праздником, с Днем Благодарения. Хочу поздравить также всех россиян с этим праздником, особенно те народы, которые подверглись сталинским репрессиям в середине 20 века. Я, конечно, понимаю, что они сейчас не могут в открытую разделить с нами этот праздник. Но я понимаю, что с душой они на самом деле с нами. Придет время, и все изменится, и мы будем праздновать этот праздник вместе с россиянами. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово. Участвуйте в пополнении моего нового проекта «Миротворец Казахстан». Ссылки смотрите в описании видео. И до новых скорых встреч!